Ну что, согласился, что ли? Да что ты, я рад. Хочу сказать, что хорошо, что встречаемся хоть на чужой земле. Какая чужая? Это наша земля. Колыбель революции. Поэтому приятно встретиться, переговорить. Да, мы и в Дубае недавно тоже нашли время пообщаться. По телефону недавно разговаривали. Так что у нас контакты регулярные. Мы, конечно, ждем азербайджанцев, переговорим. Вот я и хотел обсудить тему предстоящей встречи. Да. Визит в Азербайджан. Мы с удовольствием собираемся. Уже время прошло достаточно. Ну, правда, ковид вмешался во все наши контакты. Ну, сейчас уже когда все позади. Не только ковид. Слава Богу, все. Ну, отлично.